И почему так, когда вы сияете, маните в небо, в объятия широкие, смотрите нежно так, сердце ласкаете, звезды небесные, звезды далекие. Круто. Это ты сама написала? Почему нас так манят звезды, а? От них веет таким спокойствием, такой бесконечностью. Сразу думаешь о далеких вселенных. И с тобой тоже мне очень спокойно. Интересно, что нас ждет с тобой впереди? За звезды? Давай лучше за нас. А может быть, сейчас на небе зажглась и наша звезда? Как думаешь? Наверное. Может, фильм посмотрим? Ага, да, сейчас. Ого, какой Юпитер сегодня яркий! С ума сойти! Какая красота! Иди сюда скорее! Ты мне уже в прошлый раз показывала. Не-не-не, в прошлый раз он был не такой яркий. Давай сюда. Ой, это курица, наверное. Ты пока посмотри, сейчас я приду. Может, все-таки фильм посмотрим? Да, после ужина. Ну что, видно? Видно. Когда у меня появился телескоп, я от него часами не отходила. Такой восторг. Ты, наверное, так же счастлив. Ага. Это так вдохновляет. В миллионах километров от нас есть планеты, где еще не ступала нога человека. А вдруг мы будем первые? Ага. Странно. Я вроде бы кто-то не поставила. Совсем заговорилась, и таймер не поставила. Я вообще во всем знала. Ой. Чё ты такой бледный? А что это? А, это для Хэллоуина. Ну, у нас на работе будет маскарадная вечеринка. Я, типа, собираю образ. Прикольно, да? Ты не хочешь со мной пойти? Мы тебе тоже подберем образ. После корпоратива могли бы ко мне поехать, фильм посмотреть. Хорошо, я подумаю. А вот ты никогда не задумывался, что свет, который мы видим сейчас, это свет, который спустили звезды сотню лет назад? И многие из них уже давно погасли. Некоторые, наоборот, переживают расцвет. Алло? Вы уже подъехали? Угу. Да, сейчас подойду. Я пойду встречу курьера. Так мы же ничего не заказывали. Ну, я кое-что тебе заказала. Сейчас приду. Я с тобой. Не-не, ты лучше останься, за картошкой посмотри. Я скоро. Ты так быстро вернулась?